Возможно, он даже думает, что он сможет как-то повлиять на мое моральное состояние или психологическое. Надеюсь, что встреча с ним все-таки изменит мнение хорватов в целом, так как мой крайний мой показал, что ребята из этой страны не самые отличные бойцы. Я попробую навязать все-таки свою манеру. Я подвигаюсь, посмотрю. So, here's the main event. Вечера. Let's go. Трехраундовый поединок в тяжелой весовой категории. Его профессиональный рекорд. 26 побед, 7 ничей и 1 поражение. Его профессиональный рекорд. 22 победы и 5 поражений. Thank you.
Друзья, молчание сейчас просто преступно! Бойцам уже все ваши энергии! Олимпийские! Dominating this fight. Here we go. Днем города и Дня Шахтера!
Сегодня хочу сказать такую радостную новость. Сегодня наш любимый Донецк получил звание города-героя. И сегодня на этом ринге наш земляк показал, что такое настоящий шахтерский донбассовский характер. Спасибо тебе, Никита. Соперник был очень хорош. Донецк, с праздником! Крылов, с победой! Олимпийские подворши, оглушительные аплодисменты!